Наука. Хотя этот человек слеп, он в состоянии различать предметы, которые находятся перед ним. Дело в том, что этому пациенту была сделана операция по пересадке глазной сетчатки. Операция эта еще не вошла в повседневную клиническую практику. В настоящее время идут лишь испытания. Проходят они в клинике глазных болезней, работающих при медицинском факультете университета немецкого города Тюбингена. Проблемы с сетчаткой могут вызвать полную или частичную слепоту. Именно поэтому было решено начать разработки искусственной сетчатки. Фактически, вот так выглядит то, что призвано заменить один из важнейших органов глаза. Это 3-миллиметровый чип, в который встроены более 1500 сенсоров, улавливающих световые волны. Чип вживляется в ткань естественной сетчатки и берет постепенно ее функции на себя. Затем сигналы передаются в тот отдел головного мозга, который отвечает за зрение. Первые опыты в этой сфере были проведены офтальмологами из Британии. Мы прошли путь от идеи до практического внедрения за рекордно короткое время. Представьте себе, что те, кто были слепы многие годы из-за дисфункции сетчатки, сегодня получили надежду. Да, эти люди получили надежду вернуться к нормальной жизни. Предполагается, что испытания продлятся по меньшей мере 3 года. Затем опыт будет распространен в ряде университетских клиник Европы. И лишь после того, как результаты удовлетворят органы здравоохранения, можно будет рассчитывать, что подобного рода операции станут одними из будничных в офтальмологии.